В Рязани продолжаются новогодние губернаторские елки. Сегодня на площадке кукольного театра юные рязанцы окунулись в мир волшебной сказки вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Но главным волшебником на этом празднике стал губернатор Олег Ковалев. Он поздравил маленьких гостей и пожелал в новом году здоровья и много радости. Хочу пожелать вам в новом году, чтобы вы подросли немножко, чтобы вы многому научились. У вас хорошие учителя, мамы, папы, братья, сестры, да? В свою очередь губернатора поздравил Дед Мороз и пожелал ему в новом году исполнения всех желаний. А я хочу очень, Дедушка Мороз, пожелать Олегу Ивановичу, чтобы все-все его желания, которые он загадает в новом году, обязательно исполнились, потому что все они идут на благо нашей области. Это вряд ли, потому что желание иногда больше, чем возможности. Среди приглашенных детей на праздник были победители областных смотров, конкурсов и фестивалей, а также дети из малообеспеченных и социально незащищенных семей. Ну, все тут есть, все такие веселые, игры очень хорошие. Ну, мне, естественно, дедушке все нравится. В завершении программы каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок.